Нам нравится, когда общественный транспорт вовремя приходит на остановку, когда маршрутка останавливается в положенном месте и нас не давят машины. Но ответственные ли мы пассажиры? Как можно путешествовать безопасно и нам, и нашим детям? Соблюдаем 3 золотых правила. Ожидаем транспорт только на остановках, где нет потока машин. Останавливаем, выходим и садимся в микроавтобус только на остановках. Переходим улицу по пешеходному переходу или на зеленый сигнал светофора только после отъезда транспорта. Учим детей путешествовать безопасно. Таким образом, мы их защищаем от опасностей улицы, даже когда не путешествуем вместе.